Всем привет-привет, с вами Татьяна, и решила снять вам видео о последних покупках для девчонок. Так, ну начнем с всяких там уходовых средств. Значит, купила я трусики памперс, кстати, я вам показывала в недавнем видео подгузники новые, обновленные. У нас на них никакой реакции нет, отличные подгузники, теперь будем ими пользоваться, но вот днем мы еще пользуемся трусиками. Так, взяла подгузники памперс сенситив, ой, не подгузники, салфеточки. В принципе, мы ими личико вот вытираем и ручки, когда кушаем. Памперс Fresh Clean тоже, который вам показывала, боялась, что будет аллергия, на которую в зеленой упаковочке аллергии нет. Запах, конечно, немножко не такой, как был раньше, но в принципе они меня вполне устроили. А вот памперс Fresh Clean в белой упаковке, у нас на них почему-то аллергия. Так, что еще? Взяла кашку для Надюшки, вот такую вот рисовую с тыквой и абрикосом. Фрутуняне, в принципе, мы кушали, она любит все с тыквой, поэтому я думаю, ей понравится. Из обычных кашек мы пока едим только манную кашу, остальные пока кушаем такие разводные. Так, им обоим взяла такую вот пену для ванн. Они обе любят купаться с пеной, поэтому я вот люблю пенки «Мое солнышко». Они недорогие и очень хорошие, приятно пахнут, дают хорошую пену. Так, и для Настены взяла кучу всяких разных Баффи. Это такие вот, даже не знаю, как назвать это, всякие шарики, кристаллики для веселого купания. Вот всяких разных я тут набрала. Кристаллы с треском красные, мыльные фигурки, кристаллы с треском зеленые, цветная таблетка желтая, кристаллы с треском красные еще, цветная таблетка красная. Так, еще одни мыльные фигурки. Мыльная краска красная. Розовая пена для игры и бурлящий шар, по-моему. Да, кстати, если покупать отдельно, а не в наборе, который в коробочке, получается выгодней. Поэтому, если у вас детишки тоже любят подолгу посидеть в ванной и там поиграться, я вам советую вот такие вот всякие отбавки покупать отдельно, выходит дешевле. Вот. А, кстати, аллергии никакой не у Настены не вызывают, и ванну ничего не красит, легко потом все отмывается. Поэтому классные штучки. Так, ну и теперь давайте покажу вам, что купила из одежды. Так, значит, купила я на распродаже в кораблике вот такую вот кепочку для Надюшки. Не удивляйтесь, я такую вам показывала, она у нас была, но мы ее в процессе обратной дороги где-то потеряли, честно говоря, не знаю, но она у нас там очень сильно выгорела, к тому же, вот, а так как на ней сейчас очень хорошие скидки, поэтому я ее взяла вот за 349 рублей всего, и я думаю, на следующий год мы ее будем с удовольствием носить, очень удобная кепка, мы вот когда отдыхали, кстати, вообще в основном ходили только в ней, просто вообще супер, она не промокает, вода с нее просто стряхивается, хорошо защищает плечики, и она ее практически не снимала, и очень хорошо сидит на голове. Так, в H&M купила я для Надюшки вот такие вот, не джинсы, джинсовый комбинезончик, вот, здесь он такой как будто как потертый, с сердечком, простой синий. Вот, сзади он тоже вот такие два кармашка. Люблю всякие разные комбинезоны. Сейчас вот август, сентябрь носить под ветровочки, курточки. Очень классно. Хотела я какие-нибудь ей там джинсики купить. У них в том году были очень классная моделька. Вот тоже здесь с резиночкой и на поясе с резинкой. Но что-то какие-то они все тоненькие, типа лосин. Поэтому взяла вот такой вот джинсовый ей комбезик. Стоил он 1299 рублей. Так, еще что-то в последнее время на серые вещи для Надюшки потянула, очень мне нравится. Мягкий такой вот тоненький свитерочек, тоже в H&M. Здесь вот луна такая вот как будто буклированная, да, со звездочками. Стоила она 899 рублей. Покупаю ей на размер сейчас 12-18 месяцев, 86 сантиметров. H&M вообще немножко больше мерит, мне так кажется, поэтому ей немножко великовато, пока я ей рукавчики подворачиваю. Вот, но кофточка, в принципе, очень хорошая. Так, для Настены я купила новую юбочку для школы. В принципе, у нас там две еще с того года нам хороши, но решила вот одну новенькую купить. Мне очень удобно вот с такой широкой резинкой. У нее такая была, но она ее, к сожалению, взлила клеем, и она не отстирывается, поэтому я ее купила новую, уже на рост. Вот купила 152, но мне сказали, что они маломерят, поэтому как раз на ее рост 146. Купила я в магазине «Мое солнышко», стоила она около 1000 рублей.
Вот такая вот юбочка для Настены. Так, для Надюшки еще на распродаже в детском мире. Очень мне понравился вот этот вот свитер, не, точнее, джемпер. Не было там размера 86, поэтому взяла 92, все равно большой, не маленький. Такой вот тоненький. Очень мне понравился такой вот цвет с джинсами или с брючками. Мне кажется, вообще будет здорово смотреться. Поэтому, если не этой осенью, то весной обязательно поносим. Так, дальше тоже, можно сказать, на вырост взяла вот такую вот футболочку красивую. Размер у нее написано 92,2 года. Вот стоила она, видите, вообще 179 рублей всего. А с такими вот объемными бантиками очень классно. Мне прям она понравилась. Купила в детском мире. Таким вот красивым рисунком. Так, бодик меня еще вот этот просто очаровал. Тоже купила в детском мире с такой как классной коровкой. А сзади у него просто такая на попе классная мордочка коровы. Причем он такой не очень тоненький, достаточно плотный хлопок, мягкий. Я думаю, что вот осенью поддевать под как раз вот джинсовые всякие джинсики, комбинезончики и брючки, а сверху какой-то свитерочек будет просто отлично смотреться. Тоже я взяла вот размер 18 месяцев, 86 сантиметров. Цена тоже какая-то была смешная. 149 рублей всего. Так, и еще одна такой расцветки мне тоже понравилась. Такая вот нежно персиковая с таким вот ярко-голубым, с таким вот облачком. Блюсел, люблю вообще эту фирму. Размер у нее, так, 349 рублей, 86 вот, сантиметров. Написано 18-24 месяца. Ну, в принципе, я думаю, что соответствует факту, потому что как раз вот 86, у них оно как 92. Вот эта вот желтенькая кофта, размер примерно одинаковый. Вот такие вот тонкие кофточки хлопковые с длинным рукавом всегда нужны, поэтому я думаю, что тоже очень классная. Такая в горошек, люблю горох, очень мне нравится. I'm happy. Очень классно. Вот, это были все мои последние покупочки для девчонок. Кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.